Если вам надоел борщ, солянка и щи, то вам нужен новый рецепт. В этом плане хороши бобовые, которые дают красивый цвет, нежную текстуру и насыщенный вкус. Проверьте. В этот раз я познакомлю вас с тем, как приготовить суп из черной фасоли. Благодаря этому ингредиенту получается весьма неординарный цвет блюда. Я такой никогда не видела. Бульон варится на курице, а в составе много интересных добавок. Орегано, тмин, лайм и другие. Игра вкусов, невероятная. Нашинкуйте кольцами морковь, лук нарежьте вдоль на 8 частей, а чеснок раздавите ножом. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло. Затем обжарьте в нем нарезанные овощи. Фасоль промойте от жидкости. После этого в кастрюлю влейте бульон. Добавьте все приправы и специи, а также фасоль. Теперь закройте суп крышкой, варите его 15 минут на среднем огне. Взбейте суп блендером, а потом влейте сок лайма. Подавайте суп со сметаной и кинзой. Приятного аппетита!